Привет всем подписчикам. Сегодня хотел бы вам рассказать, как раков сохранить можно дня на 3, на 4, чтобы были живые. Так, берем вот тряпочку, мочим ее водой. Водой желательно мочить такой, от водоема, откуда были раки пойманы. И вот кладем их на эту тряпочку. Не промываем ничего, если вам сохранить их надо. Как поймали, так их и уложим. Перекладываем всех раков. И тряпку нет-нет, например, там дня два прошло. Не два, день прошел. Намочили тряпочку, чтобы она влажная была. И вот так вот накрываем их влажной тряпочкой. Потом, после того, как вот это все сделали, спускаем их или в погреб, или в холодное место. И все. И так они у нас могут простоять где-то дня 4, точно простоят. Ну, по одному, может, в день будет, конечно, умирать это. И без этого. И вот так вот можно сохранить. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, друзья, ставьте лайки. Пока-пока.